Небоскребы – это невероятно красиво. Молли и Кэролайн повезло жить на вершине мира, но одна из них до ужаса боится высоты, а тем более лифтов. В закрытых пространствах у нее начинаются панические атаки. Девочкам придется разделиться. Ох, у меня плохое предчувствие. Все фильмы ужасов так начинаются. Посмотрим, кто из них быстрее поднимется на 43-й этаж. У Кэролайн нет шансов на победу. Тем более, что Молли решила воспользоваться кнопкой ускорения. Но зря она злоупотребляет лошадиными силами двигателя. Кэролайн мчится наверх, чтобы выиграть спор. На втором дыхании она дотянула до финишной прямой. И опередила подругу. Это чистая победа! Ее самооценка сейчас выше этого небоскреба. Может, у Молли что-то пошло не так? Странные звуки раздаются из шахты лифта. Молли носится то вверх, то вниз со скоростью света. Она звонит подруге, чтобы попросить помощи. Кэролайн даже не представляет, что она может сделать. Но внутри ей приятно, ведь она была права. Похоже, теперь и у Молли будет клаустрофобия. Блок управления закрыт на ключ. Она вовремя вспомнила про заколку и свое криминальное прошлое. Молли взламывала замки на клетках животных, на которых тестировали косметику. С этим она точно разберется. Вау, сколько кнопочек. Это какой-то квест. Еще и отвертка, она ей пригодится. Молли снова бездумно нажимает кнопки, и снова ничего хорошего. Надеюсь, она не ушиблась. Интересно, а что это за чемодан? Опять замки. Да что ж такое? У нее прям все сегодня не получается. Вау, сканер отпечатка пальца. Слишком современная защита для старого чемодана. Естественно, ее отпечаток не подходит. Она стерла отпечатки, постоянно давая пять подругам. Молли не сдается. Может, сканер лица получится обмануть, если как следует покривляться. В кривляниях ей нет равных. Чемодан открыт. Внутри ничего полезного, казалось бы. Но Молли решила сделать декор для лифта. Она здесь, похоже, надолго. Нужно задать свой ритм этой дурацкой машине. Раз уж находится в заточении, то делать это красиво. Задание выполнено. Тем временем Кэролайн вовсю стучится в двери лифта и безрезультатно. Стетоскоп – это хорошая идея. Вот только громкость нужно было настроить. Кэролайн чуть не оглохла. Нужно придумать, как освободить подругу. Может нажимать кнопки, пока он не заработает? Но она их поломала. Похоже, это не оригинальный лифт, а дешевая подделка. И поставила их еще неправильно. Подскажите в комментариях, Кэролайн, какая кнопка где была? Молли пытается нажимать все кнопки подряд, надеясь оживить сломанный лифт. Оказывается, она здесь не одна. Да, она очень боится паучков. А чего у них так много лап? И вечно они свою паутину повсюду растягивают. Опять ты! Бедняжка обронила свои бусы, и они порвались. А это были ее любимые бусы. Что теперь с ними делать? Что? Гирлянду? Это хорошая идея. Почему нет? Вдруг еще и свет пропадет. Еще одно задание выполнено. От стресса Молли очень проголодалась и решила заказать доставку еды прямо в лифт. Да, курьеру пришлось подниматься пешком. Лифт ведь сломан. Еда на месте, но пока непонятно, как она попадет к клиенту. Щель в дверях слишком узкая, пакет не пролазит. Курьер – сторонник теории плоской земли. Он уверен, что в будущем все будет плоским, но для начала обед Молли. Теперь нет никаких препятствий для сытного приема пищи. Клиент получил свой заказ вовремя, за что доставщик получит щедрые чаевые. Деньги в заточении теряют смысл. Плоские шутки Молли видела, а вот еду впервые. Она словно шарик надувает ее обратно. От аромата уже текут слюнки. От голода все вдвойне вкуснее. Курьерская служба положила в пакет маленький сюрприз – кучу конфет. А это очень кстати. Но не все же сразу Молли. Она забыла про зеркало и испугалась своего отражения. От конфет осталась куча оберток. Мусор выбрасывать некуда, поэтому она решила сделать из них декор. Вот такая сладкая рамка для зеркала. Похоже, она что-то не то нажала. В лифте заканчивается воздух. Неужели это конец? До вентиляции ей никак не достать. Вот бы здесь была лестница. Ей срочно нужна помощь подруги. Время на исходе. Кэролайн, нужно включить вентиляцию. Но с этим-то она справится. Тут ведь всего один рычаг. Она решила не жалеть воздуха для подруги.
А бедняжку Молли буквально сдувает ураганом. Она уже надышалась на несколько лет вперед. Нужно значительно уменьшить мощность. Вот эта укладка ей идет. Молли скучно. Значит, время заняться благоустройством ловушки, в которой она оказалась. Это же любимое платье Кэролайн. И из него вылезла нитка. Ой, зря Молли ее тянет. Такими темпами она распустит все платье и обмотает себя нитками, будто мумию. Она решила, что платье подруге ни к чему. Нитка ей нужнее. Тем более у нее появилась интересная идея. Внезапный взрыв напугал Кэролайн. Она пытается убедиться, что все в порядке. А все даже лучше, чем в порядке. Ведь теперь у Молли появилась люстра. Новая проблема. У Молли закончилась вода. Долго она так не протянет. Кэролайн выручит подругу. Немного смекалки, побольше трубочек. И холодная газировка направляется в лифт прямо в ротик Молли. Вкус внезапно поменялся. С чего бы это вдруг? Кто-то решил, что много газировки – это вредно. Молли разделила водопой с верным другом человека, симпатяшкой Лабрадором. Неловко получилось. Кэролайн принесла Молли кучу мороженого. Скоротать время в заточении так будет проще. Вот бы такой дождь из вкусняшек пошел над моим городом. Молли обожает эскимо. Не теряя времени, она съедает порцию за порцией. Ну и обжора, конечно. Остается очень много палочек. А мусор ей тут ни к чему. Придется придумать с ними декор, чтобы избавиться от отходов. Идеи мгновенно прилетают в ее голову. Зачем в лифте инструкции по безопасности? Согласно ни к чему. Поэтому Молли решила из него сделать игру пинбол. Бусинка вместо мяча, и можно весело скоротать время. Она обожает такой автомат в торговом центре. Ее рекорд никто не может побить. Громкая радость вызывает тревогу Кэролайн. Она-то думает, что подруга страдает, а не веселится. Еще одно задание квеста выполнено. Внезапно Кэролайн посетила мысль, а что если вызвать мастера по ремонту лифтов. Поздновато она до этого догадалась, но лучше поздно, чем никогда. Их в городе оказывается не так много. Она почти потеряла надежду, когда заметила решение проблемы прямо под своими ногами. Она звонит спасителю заточенных в лифтах, но парень после ночной смены спит без задних ног. А у него было много работы, и он еще не готов прерывать свой сладкий сон. Кэролайн не из тех, кто сдается. Она своему бывшему однажды дозвонилась на выключенный телефон. У бывшего не было молотка, а у мастера есть. Тем временем лифт постепенно превращается в комнату мечты Молли. И вроде все есть, но она же девочка, поэтому все равно недовольна. Не знаю чем, но недовольна. Молли стоит чем-то заняться, чтобы отвлечься. Пора бы всему хламу в чемодане найти свое место. Как, собственно, и самому чемодану. Теперь это ее кресло. А вот и подсветка для яркого настроения. Осталось только разобрать разбросанные вещи. Но куда их теперь девать? Ну, конечно, пусть Кэролайн их забирает. Это же ее вещи. Грузчики привезли соседям шкаф. Их ждет сюрприз. Ведь они еще не знают, что лифт поломан. А поднимать его придется аж на 43-й этаж. Миссия невыполнима, подумаете вы. Нас уволят, подумали грузчики и потащили шкаф. Этаж за этажом парни вспоминают, как прогуливали школу и жалеют об этом. Наконец они добрались до нужного этажа, где их уже ждала Кэролайн, чтобы оповестить, что они ошиблись подъездом. Эта новость больнее боли в спине. О, это же красавчик Джо, сосед Кэролайн. Он ищет каких-то грузчиков, но Кэролайн никого не видела. В это время Молли решила скоротать время за чтением, но дурацкая газировка брызнула ей прямо в лицо. Она снова чувствует себя несчастной, будто сама вселенная против нее. Кэролайн знает, как ее утешить. Тарелка свежих фруктов, в них витамины и хорошее настроение. Она опять забыла, что щель в двери слишком узкая. Но если убрать фрукты, тарелка легко пролезет. А толку с пустой тарелки? Разве что если сделать из нее столик для своей новой комнаты. Книги вместо ножек. Немного краски любимого цвета Молли, и столик готов. Она явно знает толк в хорошей мебели. В этом лифте теперь уютней, чем у меня дома. Еще один квест выполнен. Кэролайн отчаялась и решила звонить в 911. Пусть разбираются с этой проблемой, а то только пончики едят за наши налоги. Она пытается объяснить офицеру проблему, но что-то безуспешно. Полицейский ничего не понимает.
От этих объяснений ему только плохо стало. Мозг не выдержал такого напряжения от потока информации. У Кэролайн паника. Теперь она звонит в скорую помощь. Ситуация неоднозначная. Врач решил, что девочка напала на полицейского. Теперь ее арестовывает врач. Такой, если кому-то расскажешь, то точно не поверит. Кэролайн пытается объяснить, что ее подруге нужна помощь. У нее заканчивается воздух в лифте. Нет-нет-нет. Ну вот, кому теперь звонить, непонятно. Молли пытается успокоиться и помедитировать. Это весьма непросто, когда ты заперта в поломанном лифте на 43-м этаже. Она больше не может сохранять спокойствие. У нее истерика. Срочно нужен пакет. Глубокий вдох и выдох. О, картошечка, прикольно. Ладно, хватит. Ну-ка еще раз. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Лифт никак не реагирует. Почему он не включается? Она уже все кнопки понажимала. Или почти все? Это что такое? Кажется, она поняла, что нужно. Пуп-пыт. Нет, она снова на грани срыва. Если она сорвется, ей снова выпишут успокоительный и положат в больницу. Ни за что. Лучше порезать пуп-пыт и обновить дизайн кнопок. Теперь их нажимаешь и тут же успокаиваешься. Лифту это нравится. Он благодарит Молли за все, что она для него сделала. Она может быть свободна. Лифт отпускает ее, но будет скучать. Кэролайн рада видеть подругу целой и невредимой. Это же домовладелец. Он привел инвестора ознакомиться с недвижимостью. Лифт произвел невероятное впечатление. Домовладелец утверждает, что это все его рук дело. Вот гад! Это же Молли своими руками создавала уют и красоту. Он продолжает проводить экскурсию, несмотря на возгласы. Девочки решили прокатить обманщика в этом лифте, который якобы он сделал. Ну что, мистер Томас? Как вам нравится? От страха он пищит, как девчонка. А деньги инвестора девочки с удовольствием примут за проделанную работу над вип-лифтом. Эй, Молли, смотри, может, еще построим? Дикий-дикий запад, и Кэролайн в нем охотница за головами парней, которые бросают своих девушек. Молли пойдет на все, лишь бы она не рыдала. Кэролайн взялась за планирование интерьера сладкой комнаты. Оказывается, у сестренки есть свое мнение. Рановато ей вступать в спор со старшей сестрой, но обе согласны, что стена должна быть съедобной. Тогда за дело! Им пришлось опустошить все магазины сладостей в квартале. Зато теперь вкусняшки всегда под рукой и украшают стену секретной комнаты сестры. Время отмечать первые успехи. Но с чего бы начать? Скитлс, макароны или конфеты? Напишите в комментариях свое мнение. Кэролайн перебирала старые игрушки и случайно нашла старый водяной пистолет. Руки вверх! Ох, Молли не поможет даже полотенце. Этот пистолет больше не сможет стрелять. А больше и не нужно. Теперь вместо оружия красивая гирлянда. Но Молли не любит оставаться в долгу. Око за око, майка за майку. Младшая неразлучна с леденцами. Они помогают ей сконцентрироваться. Упс. Видимо, Пол любит конфеты не меньше Молли. А ну, отдай сейчас же. Она заберет свое любой ценой и любыми способами. Ну вот, теперь пятно. Ковер-конфета – идеальное прикрытие. Это преступление никто не сможет раскрыть. Целая упаковка свежих пончиков. Неужели она все съест сама? А как же Кэролайн? Молли вдохновилась пончиками и сделала крутое зеркало. И для себя, и для сестры. Кэролайн не удержалась от соблазна. Пока Молли обустраивала комнату, она обустраивала пончики у себя в желудке и незаметно коробку положила на место. Кэролайн слишком увлеклась. Хорошо, хоть коробку не съела. Молоко с печеньем – лучший способ медитации. Запасы печенья не бесконечны. Нервная система Молли сейчас очень уязвима. Она выручила старшую сестру, а теперь Кэролайн выручит ее. Такая огромная печенька! Вот только ее не макнешь в стакан. И у Молли слишком маленький рот. Для такой печеньки нужен целый бассейн.
и все запасы молока в доме. Одну пачку даже пришлось стащить у соседа. Все, лишь бы Молли была счастлива. В любой девчачьей комнате должны быть цветы. Кэролин пересадила цветок в ведро из-под мороженого. Получилось недурно. Молли считает, что в сладкой комнате должно быть все сладким, даже растения. Газировка уже дает плоды. Время собирать конфетный урожай. И, конечно, поделиться с сестрой. Кэролин из воздушного пластилина сделала гигантский макарон. Глупенькая младшая сестра вцепилась в него зубами, словно жвачка к подошве новых кроссовок в коридоре колледжа. Это несъедобный макарон. Молли с ним еще не закончила. Это лишь первый раунд. Проект крутого светильника испорчен. В прогнозе не было дождя мороженым. Кэролин такая неряха, но она готова исправиться и помочь сестре со светильником. Вместе и быстрее, и веселее. Мороженое светильник реально круто. Какая красота. Ой, кусочек изюма пристал к руке. Преобразовалась комната. В поиске вдохновения Кэролин слегка увлеклась жвачкой. Теперь она в плену липких оков. Только Молли сможет ей помочь вновь обрести заветную свободу. Жевать жвачки – ее профиль. Все довольны. Когда заканчивается Скитлс, начинается паника. Кто-то съел больше своей порции. Кэролин поймает преступника на живца. Он не сможет устоять от соблазна перед картиной с Эмом Дэмс. Результат не заставил себя ждать. Молли пытается через стекло достать вкусняшки языком. Девочки спустили все сбережения на сладости. Денег больше нет. Но у Молли есть хитрый план. У зубной феи куча денег. Эту простушку будет несложно провести. Вот только вместо одного зубика целая челюсть бабули. Весьма успешный бизнес-план, даже с вычетом налогов. Бабушкина челюсть бесценна. Но сестры готовы пойти навстречу и принять чек. Девочки решили сами сделать суперсладкие карамельки. По рецепту им нужен годовой запас сахара. Боюсь, это может быть опасно, но их бессмысленно переубеждать. Девочки совсем потеряли контроль над собой и ситуацией. Всего одна капля зарядила Молли, словно молния. Кэролин не узнает свою сестру. Она как Шумахер на гоночном треке. У нее явно переизбыток сахара в крови. Сестра считает, что ей станет лучше от чашечки кофе с конфетой. Кэролин уже забыла о бывшем и переписывается с новым парнем. Молли пользуется моментом и ворует вкусняшки сестры. Но может, хватит есть и, наконец, взяться за дело? Сладкая комната сама себя не построит. Вместо цемента Нутелла так даже лучше. Кэролин решила оградиться от Молли сладкой стеной. Теперь ее вкусняшки в безопасности. Упс, Молли ест Нутеллу прямо с кирпичами. Однажды она может съесть Кэролайн. Девичьи проблемы. Ноутбук не вписывается в интерьер. Конец света, казалось бы. Но Кэролин придумала, как спасти ситуацию. Яркие стикеры подсластят ее ноутбук. Теперь совсем другое дело. И, конечно, расцепи Молли нужно обязательно все испортить. Вечно она под руку попадает. Испортила и ноутбук, и стикеры. Большое количество сладкого дает о себе знать. Пора бы задуматься о диете. Молли придумала, как ускорить процесс похудения. Конфета на палочке – лучшая мотивация для тренировок. Кэролин зря не верила в успех этой идеи. Ее нужно срочно запатентовать. Кэролин так быстро не бегала даже от собак. Уже на финишной прямой, когда казалось, что победа уже у нее в руках, конфета оказалась всего лишь обманкой.
раз уж Кэролин отказалась от сладкого, то и Молли стоит последовать ее примеру. Соль вместо сахара в рецепте может сильно повлиять на результат готовки. Молли ничего не подозревает. Пахнет вкусно. Давай, сестренка, попробуй. Ой, что такое? Странный вкус? Может, конфетку? Молли никогда от них не отказывается, а стоило бы. Это же супер-пупер кислая конфетка. Может, ты еще не откажешься от сладкой содовой? Сладости еще вредны тем, что разрушают зубы, а зубная боль невыносима. Папа сводил сладкоежек к дантисту, и зубная фея к ним больше ни ногой. Надеемся, они усвоили урок. Отныне никаких сладостей, только полезная еда в рационе. И, разумеется, комнату придется переделать по папиному вкусу, ведь он любитель игры «Растений против зомби». Кузины Кэролин и Молли увидели в Инстаграм крутую комнату под кроватью и тут же загорелись воплотить мечту в реальность. Кэролин очень богата. Она с легкостью купит лучшие материалы для стройки. Но поднять их с легкостью не получится. Придется просить помощи у сестрички. У Молли денег никогда особо не было. Но она очень добрая и отзывчивая девочка. Чем ее сестренка всегда пользуется. Как обычно, Молли все сделала за нее. Хитрая Кэролин использует ее силы больше, чем их у нее есть. Оплата ее стараний – материалами. Бедняжке Молли тяжело справиться одной. А Кэролин и не собирается помогать. Ей нужно еще свою комнату довести до совершенства. В очередной раз Молли разочарована в сестре. Декор в интерьере задает нужную атмосферу и настроение. Для Кэролин это вкус богатства. А Молли приходится использовать отходные материалы Кэролин. И результат ничем не хуже. Богатая выходит из себя, когда у бедной получается не хуже. Полочки для всякой всячины обязательно нужны в девчачьей комнате. Кэролин на них положила свои дорогие украшения и диадемы. Почему-то она решила, что комната Молли – это мусорка. Это не может не злить. И, как всегда, смекалка Молли помогла придумать, как использовать мусор сестры с пользой. При помощи краски обычный ящик превратился в причину злости Кэролин. Как же это смотрится гармонично! Когда у тебя много денег, очень просто обустроить свою комнату крутыми светильниками. Интересно, как будет освещать свою комнату Молли? Ну, конечно, в некоторых помещениях дома свет не прям уж и нужен. А в каких именно, Молли решает сама. Совсем немного жертв, и в ее комнате есть крутая гирлянда на зависть Кэролин. После затеянной идеи Молли и душ теперь придется принимать в темноте. В своих поисках сокровищ Молли опустилась до кладовки. Наверняка там много чего полезного. Зачем ей старый чемодан? Что она затеяла? Сейчас мы увидим. Внутри еще чемодан. Это вряд ли будет полезно для ее новой комнаты. Разве что... сделать из него кресло, но как-то не очень удобно. Креативность Молли создавать из ничего полезное всегда находит вещам нужное место в ее комнате. На этот раз это, конечно, подушка. Вот теперь супер. Кэролин завидна, поэтому она заказала в интернете мягкие плюшевые штучки, чтобы вся ее комната была мягкой и яркой. Бедняжке младшей приходится довольствоваться хламом из кладовки. Она как серый мышонок в своей норке. А взгляд Кэролин как у кошки, которая готова съесть Молли. Благодаря своему богатству Кэролин выбрала в интернете крутой столик с ноутбуком. Это ее угол развлечений. Теперь она может смотреть Трум-трик на YouTube в своей новой комнате. А у Молли от скуки появляются новые идеи из подручных вещей. Она сделала красивый столик из обычной мусорной урны, так как ноутбук ей не по карману. Кэролин поделится, ведь ее щедрость не знает границ. Новые идеи сами идут к Молли. Можно сделать телескопную трубу из туалетной бумаги и плотного картона.
Кэролин они не нужны, ведь она все может купить. Она высокомерно дразнит бедную сестру. Идеи маленькой крошки не слишком богаты, как у старшей сестры. Придется Молли придумать что-то, что Кэролин не сможет купить. Если тщательно полазить по дому, то можно много чего полезного найти. Молли что-то придумала с веревкой и прищепками. Кэролин не верит в успех ее идей. И очень зря. Посмотрите, какой оригинальный настенный фотоальбом получился. Кэролин таким не удивить. Она уже купила проектор для любования своими снимками. Еще одна идея Молли устарела, как изюм. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, напиши нам комментарий и обязательно жми на колокольчик. Друг, Трум-трум-трик тебя обожает!